Всем привет! Сегодня сравним скорость вышивки. Игла против крючка. Тамбурный шов. Теперь пришьем по 6 одинаковых бусин. Люневильский крючок также дает большую скорость. С бисером удобнее работать, используя индийский крючок.
Какие выводы можно сделать? Игла однозначно проигрывает по показателю скорости вышивки, но зато она подходит для работы по основам любой плотности. Также иголка обеспечивает более высокую точность движений. При работе с крючком скорость вышивки гораздо выше, поэтому этот инструмент незаменим при обработке больших площадей ткани. Какой инструмент вы используете чаще? Иголку или крючок? Пишите в комментариях и не забывайте подписаться на мой канал.